Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет кухня красоты вместе с приглашенным гостем, это Денечка. Сейчас мы будем его стричь, я его сейчас не сажаю, я тут приспособы всякие приготовила, медленно, но верно подготавливаюсь к его стрижке, потому что, боюсь, он будет недовольным всем мероприятием. И перед тем, как мы начнем, очень часто мне задают вопросы, чем же я, так как я веду свою кухню красоты, чем же я пользуюсь все время для волос, чем я ухаживаю, пью ли я какие-то витамины, что я посоветую для роста волос, что я посоветую для того, чтобы там волосы были шикарные, блестящие и здоровые. И я сама каждый раз экспериментирую, но всегда отдаю предпочтение жевательным и сладким витаминам. Для меня вообще, что касается витаминов и лекарств, на первом месте стоит, чтобы они были вкусненькие, потому что лечиться и так неприятное дело, но должно же это быть хоть с лекарствами. Приятными, приятно. Поэтому я хочу порекомендовать всем вот такие витаминки. Они очень вкусненькие, они очень легко жуются. Их не нужно выверять там утром, днем, вечером. Один раз в день, две пластиночки. У меня целых три баночки на весь курс. Одну Денька утащил. И вот что я сейчас пью для своих волос. Это витамины специально для волос, и состав у них витамин А, витамин С, витамин D3, витамин Е, В6, фолиевая кислота, витамин В12, В7, В5, йод, цинк, холин, инозитол, селен, витамин ПП, хвоща полевого экстракт. Вот такие вот классные витамины. Я, короче, довольна, они мне уже поднимают настроение. Ссылочку оставлю внизу. Кого интересуют такие витаминки, заходите, смотрите. Вот. Итак, что я буду использовать? У меня вот такая вот машинка есть. И насадочку мне вот рекомендовали на двенашку. Вот сейчас я в первый раз вот так засуну. Сама не знаю как. Вот все, на 12. Включаем все это дело в розетку. Абсолютно не знаю, как он будет сейчас что реагировать. Думаю, что можно, знаете, как сделать. Мы можем тебя с Саненька отстегнуть, ты же уже у нас не маленький, не выпрыгиваешь, в принципе. Давай. За юшками. Это я опущу вниз, чтобы он не облокачивался. Вот так. Сиди, котеночек. Нет, не облокачивайся, зайчик. Смотри, что мама сейчас будет делать. Смотри. Ух ты! Ой, совсем не страшно, да? Совсем не страшно. Ну-ка, давай. А ну-ка. Ух ты! Ух ты! Все в волосах у нас. Ой, как это прикольно. Давай покажем всем, как надо. Давай, Дэнь. Вот так вот. Вот. Что такое? А кто плачет? Смотри, мы уже половину дела сделали. А куда ты тянешься сзади? Смотри, мы уже сзади почти все убрали. Так непривычно мне, честно говоря. Вот так. Ой, это моя умочка. А бери телефончик, зайка. Смотри, господи, как это легко. Зайка. Ты клиент какой-то у нас? Это. Беспокойно, да? Беспокойно клиент? Ну давай, вставай. Стоя будешь делать? Может, страшно. Ой, смотри, волосики. Малышка, какой красивый мальчик. Смотри. Ой, какой сразу красивый стал мальчик. Ну-ка, смотри, какой мама красивый. Ну, смотри, какой красивый. Вот обнимашечки. Чуть-чуть осталось. Давай пострижемся. Давай вот здесь еще снимем все. Смотри, сколько волос. Твоя мама уберет волосики. И посадим тебя. Смотри, какие волосики. Вот так. Ничего страшного нету. Смотри, раз. Два. Ой, мужик.
невозможно. Мы и мультики смотрим, и стрижем. Смотри, какой такой. Ой, какой красивый. Смотри, это совсем не страшно. На, на, хочешь? На, подержи. Ну, это не трудно. Хочешь сам? Вот, видишь, сам стрижешься. Это мама стрижет. Вот такой мальчик, красивый. Ой, красота, как маме нравится мальчик. Красивый такой стал. Теперь я возьму маленькую насадочку, поменьше. Нюка, нюка. И хочу пройти сзади. Все, какой красивый мальчик. Теперь можно сделать окантовочку, если она в принципе нужна. Хотя она, честно говоря, мне кажется, не нужна. Что там? Что там, не работает? А где наш? Переворачиваю сейчас таким образом. Я помню, в общем, как это надо делать. В принципе, маленьким окантовка не нужна. Все, просто сушек сняли по бокам. И все. В общем, я не знаю, мне, наверное, не удалось вам как следует все снять, потому что это мой первый опыт. Денька вот так и плакала и вертелся. Но в целом получилось все очень хорошо, на мой взгляд. Сейчас я его все счешу и покажу вам конечный результат. Давай. Все, это я выкидываю сразу. А с Денькой пойдем купаться сейчас. Итак, мои хорошие, вот что у нас получилось. На мой взгляд, для первого раза неплохо. Все ровненько, нет никаких резких переходов. Это я делала на насадку 12 по всей голове. И 9 вот здесь убрала сзади. Всё. Сейчас покажу. Вот так вот у нас получилось сзади. Дэнни, Дэнь, как тебе твоя прическа новая? Огонь? Да. Ну что могу сказать еще сразу, что, конечно, дома стричься неудобно, потому что везде остаются эти волосы, от них еще нужно избавиться. Первый момент. Второй момент, ну вот я бы хотела стрижечку, чтобы сверху все-таки оставались какие-то волосы, чтобы их можно было начесать, уложить там. Вот, поэтому периодически мы будем ходить в парикмахерскую. А может быть и будем все время ходить в парикмахерскую. Это на крайний случай только у нас наши приспособы. Вот. Надеюсь, мое видео вам понравилось. И вы тоже попробуйте дома стричь ребенка, если, допустим, в парикмахерские ходить накладно. Я даже не знаю, сколько стоят сейчас парикмахерские. Может быть, рублей 500, я думаю, для ребенка. Плюс-минус, вот так. Ну, мы будем ходить, наверное, в парикмахерскую. Потому что дома не очень комфортно это делать, ребенок. Вертится, игрушек мало, дома волосы.
В общем, свои все нюансы. Ну и стрижка, конечно же. Хочется модельную. Все, мои хорошие, мы с вами прощаемся, да, Дэнь? Говори пока, мои хорошие. Пока, мамины хорошие, скажи. Скажи, пока, мамины хорошие. Мамины хорошие, пока. Я вас целую, прощаюсь до следующего видео.